здравствуйте. Давайте попробуем связать такую мушку, которая будет у нас имитировать бычка под каменщика. Не знаю, получится или нет, но вот созрела кое-какая идея, давайте попробуем. Возьмем с длинным цевьем крючок, закрепим ниточку нашу монтажную, вот, и обмотаем ей цевьё. Поправим. Капельку клея не забыли. Возьмем два заранее подготовленных перышка с седла курицы. Вот такие они. Видно? Да, вот так вот отлично. Вот так лучше. И сложим их внутренней частью. Руку. Курица. А что за курица-то? Не промахнуться. Курица какая-то вот оливковая. Так. Все. Лишечки отрезаем. Так, и добавим немножечко блестяшек. В данном случае это Angel Hair тонкий плоский люрикс. Ну, подходящего такого зеленого цвета. Как-нибудь вот так сейчас мы его сделаем. Чуть-чуть сложим просто. Так. И перекинем вот так. Излишки отрежем. Так, теперь кусочек проволоки медной нам понадобится. Закрепляем его. Для каких целей? Чтобы потом фиксировать перо. По телу мы будем делать обмотку с пера. Это классическим приемом мы в обратную сторону, крест-накрест, это перо крепим. Все, я лишился еще одного глазика, короче. Так, ладно. Дальше, что нам нужно? Взять вот такой вот песочные часы, такие вот латунные. Это у нас будет исполнять роль огрузки. И зафиксировать. Вот здесь. Почему взял именно такой грузик? Вот мы сейчас глазики ему сюда потом наклеим, будет весело. Здесь можно каплю клея добавить тоже. Больше, так получше. Восьмеркой закрепили. Все. Теперь делаем тело из даббинга. Даббинг лучше взять натуральный, какой-нибудь грубый, из белки. Вот в данном случае. Так, не стесняясь. Давай грубо так вот.
Теперь берем перышко с скальпа куриного. Почему куриное? Потому что оно мягче перо само по себе и более естественно ведет себя в воде. Оно более живое, что ли. Здесь закрепляем. То есть, в принципе, похоже на улибагер получается у нас такая штуковина. Доходи. О! Так. Переобмотаем. Сделаем вот уголовки один оборотик. И уже по телу ёршик. Так вот. Так, вот теперь проволокой перехватили, сделали первое ненадежное какое. Сделали один оборотик. И потом, перекрывая намотку пера, делаем обмотку по телу из проволоки. И осталось только сделать головку также из даббинга. Ген, а что ты не вижу у тебя материалов-то? То есть он сейчас по ходу будет, что ли, выщипывать? Так, вот здесь, перед головкой. Потом вот таким образом. И на голову тоже. Да. Да, нет, ну, так, то же самое. Так. Стесняюсь спросить, а откуда этот мех из белки, с какой части? Кто ж тебе скажет? Никогда я бы отмечал. Такой ёршик получился на самом деле, да? Ну он и сам бычок. Ёршик-бычок, да. Тут сам как ёршик. Фантазировать. Ну реально можно джиговать. А, ну почему бы и нет, да? Каким-то микроджигом попробовать. Головка у него такая получается, довольно внушительная. И даббинга, конечно, эту мушку убивает нехило. С фидером. Фидером? Можно фидером попробовать. Можно попробовать заменить, по крайней мере, вот на тело. Шерсть, на тело можно намотать какую-нибудь там шерсть или пряжу или еще что-то. Еще чуть-чуть, щепоточку. Все. Если даббинга не хватит, будем сейчас кого-нибудь выщипывать. И головочку формировали. Материал с собой носишь? Обычные. Сложил. Так, теперь глазик. Глазик куда-то делся. Ну, один вот тут лежит. А вот еще один куда-то делся. Так я и думал.
Вообще, конечно, глазик надо на иголочку наткнуть. Вот, чтобы сейчас пальцы я себе не приклеил, но можно и так. Точно, это прикольно. Ну, мы тут вот кустарных таких условий, поэтому никак не хочешь приклеиваться. Что ты будешь делать? Иди на эту сторону. Есть, да? Вот. Нашла? Нет, типа того. Отлично. Иголочка такая, что... Ну, хотя бы придержать палец, давайте. Даже не накосячили. Спасибо. И вот ответственная операция. Теперь это надо все хозяйство перечесать. Взлохматить. Взлохматить мы любим. Прям не стесняться так вот. Зарепенить его как следует. Типа вот, такой получился у нас. Даже не знаю. А вот с этой вот, так сказать, весами примерно сколько будет граммов весить вот эта мушка? Ну, я думаю, что вот эта головка грамма 2. Два на скидку, да? Я даже знаю, кого я в субботу, в пятницу поймаю на нее. Ну-ка. Швары? Конечно. Цвет подходящий вообще замечательный. Цвет неплохой, оливковый такой, ну, классический как бы. Конечно, неделю назад там на такие цвета только реагировал. Я ловил, да, на оливку очень удачно. Ну вот, такой забавный. Шикарный товарищ дружок получился.